То есть вот все должно быть упорядочено, логично, экспертируемо, понимаемо. Но главное – это вывести собственное сознание, да? То есть расколдоваться, выйти из рефлекторного, мы упали, лежали, нас подняли и пошли. А вот это в сознательное. Как только сознательное все, ты начинаешь, ты видишь тогда вот это сумасшедшее, все, я здесь ни при чем. Вот это рациональные и реальные вещи, вот это реальные ценности, вот это реальные интересы, вот это ресурсы, которые на поверхности, оказывается, лежат. Да? И тогда начинается волшебство. И люди, и информация, и ресурсы, и возможности. Все открывается. Вселенная на все отвечает «да». Вот она на все отвечает «да». И ты говоришь «да, никогда у меня не получится». Он говорит «хорошо, есть». Ты говоришь «как трудно это делать». «Хорошо, трудно это делать». Да? Или там «я нуждаюсь». «Да, ты все время нуждаешься». Там, да. Но когда ты говоришь «я...» Я хочу, чтобы все было хорошо. Это же ни про что. Да? Вот, например, про счастье мы разговариваем. Я говорю, ну давайте попробуем. Ну, Станислав Иосифович Ростоцкого цитирует, там, «Доживем до понедельника. Счастье – это когда тебя понимают». А мы дружили. Мой самый близкий друг Андрей Ростоцкий был, а его папа Станислав Иосифович Ростоцкий. И говорит, ну, это... Вот счастье – это когда тебя понимают. Я говорю, да, если ты прыщавый там пацан, то это да. А если ты постарше, то, наверное, счастье – это когда ты понимаешь других. А, никогда тебя понимаю. Если тебя не понимают другие, ты да, он просто не можешь объяснить. Скажи, вот это вот я люблю, это я не люблю. И все, тебя поймут. Или скажешь, я хочу вот это, потому что вот то-то и то-то. Тогда почеши мне там, потому что чешется. Ты все объясняешь, и все, ты понятно все.